сейчас мы делаем нелегальную съемку. Нам очень страшно, потому что нас может в любой момент схватить полиция. Я сейчас нахожусь на мосту Мариенбрюке. Внизу шумит водопад, а перед нами самый красивый замок во всем мире, Нойшванштайн. И здесь, если мы правильно поняли, нельзя находиться ночью. Здесь вообще сюда нельзя ходить, здесь ничего не подсвечивается. И полицейские дежурят около замка, но мы во всем темном, и мы худо-бедно сюда пробрались со штативом, поснимали. И в какой-то веке увидели Нойшванштайн. Почему увидели? Потому что до этого мы его не видели вообще. Он был скрыт облаками. А сегодня ночью, сейчас полночь. Мы здесь взяли специально две ночи в этом городе, в Шивангау, чтобы заснять Нойшванштайн. И только сегодня ночью, за несколько часов до отъезда, мы наконец его увидели. Из окна отеля. Мы бросили все, чтобы наконец пойти его снимать и хоть посмотреть на него. И вот мы на мосту Мариенбрюке и снимаем знаменитый Нойшванштайн. Как вы видите, с этой стороны он плохо подсвечивается, зато с другой замечательно. Попробуем и там снять нелегальное видео.